Я помню, как Дима в таком же возрасте, как вы, в первый класс пришел. Маленький, красивый, улыбчивый. С каким удовольствием он учился в школе. Ему очень нравилась математика, физкультура. Он готовил себя к будущей профессии. Был активным, принимал участие во всех наших делах. И танцевал, и пел, и в спортивных соревнованиях принимал участие. С искренней теплотой и болью в сердце педагог начальных классов лицея номер 4 Лидия Владимировна Автомонова вспоминает своего ученика, коренного жителя Красногорска Дмитрия Благова, в памяти которым в стенах его родной школы была открыта парта героя. Каждая парта – это история одного человека, героя, который сражался на специальной военной операции, внес большой вклад в сохранение нашего будущего. Поэтому я думаю, что эта парта, которая поставлена в рамках партийного проекта «Единая Россия», новая школа будет примером не только для поколения, которое учится сейчас, но и для будущих поколений школьников этого лицея. На сегодняшний день порядка 20 тысяч таких парт открыто на территории России, чтобы наше молодое поколение видело подвиги, стремилось совершать подвиги и жить не только ради удовлетворения своих личных потребностей, но и ради общества и нашей страны. После младшей школы Дима с успехом закончил Московский морской кадетский корпус имени Героев Севастополя. Затем получил высшее юридическое образование в Государственном университете имени Разумовского. А дальше юноша по призыву отправился служить в Государственное разведывательное управление Вооруженных сил России. В октябре 22-го Дмитрия мобилизовали, и он оказался в ЛНР, где 20 мая 2023 года героически погиб. Получив тяжелое ранение во время артобстрела, молодой человек до последнего вздоха пытался спасти из блиндажа, куда попал снаряд противника, своих боевых товарищей и сохранить их жизни. В жизни человек он был добрым, отзывчивым, все время помогал людям, в силу своих психических, физических возможностей. Всегда всех поддерживал. В семье, я как младший сын все время на него равнялся. Он подавал мне пример, хороший, конечно. Главное для него, у него всегда была семья. То есть все время хотел пожениться, хотел вырасти детей. То есть семья у него всегда была на первом месте. И нам он как своей первой семье, то нам все время это показывал. Честность, добросовестность, это у него на первом месте всегда было. На церемонии открытия парты героя присутствовала вся его семья и друг детства, который также отметил, что отличительной чертой Дмитрия всегда была отзывчивость и чуткое сердце. За свой подвиг навечно оставшийся 27-летним Дмитрий Благов посмертно награжден орденом мужества.